Сегодня в городе Приволье, Лисичанск, бойцы решили помыть машину на пляже. Но машина покатилась и чуть-чуть утонула. Тогда они вызвали своих друзей подмогу. В итоге все закончилось хорошо, машину таки вытянули. Местные жители, понятное дело, недовольны, потому что там, где они купаются, там моют машины. Но местные жители что они понимают в защите Родины? Там с одной стороны была Лариса, с другой Танюшка. Вот они и пошли помыть. Ну, как это?